Церемония вручения свидетельств о прохождении первичной специализированной аккредитации прошла в кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы. Статус врача получили первые выпускники, прошедшие аккредитацию на базе кадрового центра, который открылся около месяца назад. Испытания включали в себя проверку навыков на симуляционном оборудовании. На базе нашего кадрового центра сосредоточено уникальное симуляционное оборудование по 88 специальностям. Оно предназначено как для проведения процедуры первичной специализированной аккредитации, так и на проверку знаний на статус московского врача, на получение квалификационной категории, либо на срез знаний работодателя по своим сотрудникам. Выпускниками, преодолевшими строгий конкурентный отбор, стали более 200 ординаторов. Работа в московской медицине требует на самом деле огромных знаний и ответственности. Ведь жители столицы требуют от нас, врачей, не только доброты и гуманного отношения, но и высококвалифицированной медицинской помощи. В стенах открывшегося кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы также будет проводиться аккредитация для получения статуса московского врача.